роскошного выступления в Красной площади. Действительно, большое, мне кажется, удовольствие поиграть здесь, в самом центре нашей необъятной Родины. Что может быть прекрасно? И вот мы наблюдали такое. Просто сами перехватили. Но намечается опасная контратака через левый край. Блестящий попал. Поставил себя всего ради того, чтобы спасти ворота. Дорогого стоит. Это было не так, просто вот Барсов действовал. И весьма надежно в обороне. Во всяком случае, мы правильно это рассчитывали. Конечно, друзья, мы все рады и уверены в том, что сегодня получится очень ярко. Добрая и, самое главное, красивая игра. Красный площадь между командами Ghostbusters и Роскресс. Очередная так и замороженная индивидуальная действия, попытка поиграть один-один и уничтожить. Итак, 2-2.